На Бородинской 91 автомобиль такси завалился на бок. Об этом ДТП около 11 утра нам сообщил очевидец происшествия. По прибытию на место ДТП выяснили, водитель, управляя автомобилем Kia Rio, двигался по Василковой. Мужчина планировал добраться до аэропорта. До пункта назначения не доехал, попал в аварию. В потоке машин спускался по Василковой. До дежурного перекрестка Бородинская снеговая падь оставалась рукой подать. Как вдруг машина угодила в ливневку и опрокинулась на бок. Таксист говорит, была причина. Дернулся руль, вон, на бордюр вот на этот вот, где-то это дернулся вот он. Видите, вот он в щербинах весь. Машина колесом заскочила, ну и все, я ничего не смог сделать. А ехали как быстро, скорость? Да какая? Как быстро, здесь разве быстро поедешь, тут же машины стояли. Один были или с пассажиром? Один. Мужчина так опешил от случившегося, что даже не смог выбраться из салона авто. Вы в машине долго сидели? Я звонил, обзванивал все. А почему не вышли, не опасно так? Вызывал, а что опасного-то? Ну мало ли, машина на боку же. Все же выключено, ничего не вытекло, видите. Покинул водительское кресло только тогда, когда за разбитой машиной прибыл эвакуатор. Следом примчались сотрудники ДПС. Погрузить разбитое авто Kia Rio не составило для водителя спецтехники особого труда. Он искусно привел машину и из бокового положения в горизонтальное, плавно, не спеша, опустил седан в кузов эвакуатора.